Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сейчас мы будем готовить очень вкусного жареного судака под сыром. Нам для этого понадобится судак, сыр, лук, картофель, перец черный, соль, масло растительное и мука. Блюдо получается очень вкусное. В первую очередь нам нужно пожарить картошку на растительном масле. Разогреваем сковородку, наливаем масло. Высыпаем картофель. И жарим его до румяной корочки, до готовности. Пока картошка жарится, с судака нужно снять филе. Чистить его не надо. В принципе, можно его и почистить, и оставить со шкурой это филе. Но я буду филе со шкуры снимать, поэтому чистить я его не буду. Теперь снимаем с судака филе. Тихо, тихо, тихо. Нож лучше просовывать вот со стороны брюшины и вдоль позвоночника ведем его до хвоста. Ну вот, филе уже снято. Точно так же с этой стороны. Под позвоночник просовываем его и аккуратненько снимаем. Головы пойдут на уху, и хребты тоже, а филе мы сейчас снимем со шкуры. Вот отделяем тонкий слой ребрышек, чтобы они тоже не мешали. Филе снимаем просто под углом нож и вдоль доски протягиваем его. Вот получилось чистое филе. Очень просто. Шкуру выбрасываем, плавник отрезаем, или его можно просто выдернуть отсюда. И вот получилось чистенькое филе. Картошку не забываем мешать, чтобы она равномерно румянилась. Теперь ее солим по вкусу. Степень обжарки, естественно, подбирайте по своему вкусу. Хотите сильнее, жарьте сильнее.
чтобы она прям хрустела. Хотите, чтобы она была более нежная, значит, уже можно остановиться. Картошка хорошо подрумянилась. Она уже готова. Выключаем. Режем в произвольном порядке и складываем в отдельную посуду. Теперь берем наши кусочки, солим, перчим и хорошо перемешиваем. Насыпаем сюда муки. И еще раз болтаем. Каждый кусочек можно было бы, конечно, отдельно посолить, поперчить и обвалять в муке. Но этот способ самый быстрый и удобный. Теперь нам это все нужно обжарить. Разогреваем сковородку, наливаем масло растительное и начинаем обжаривать наши кусочки рыбы. Ну что, выкладываем рыбку в один слой. Жарим совсем немного, чтобы обратная сторона немножко подрумянилась. И все. И переворачиваем. Филе подрумянилось, выкладываем его на картошку. Ну, вот так плотненько все и красиво получилось. А на место рыбы высыпаем лук. И жарим его до золотистого цвета. Лук время от времени перемешиваем, чтобы он равномерно жарился. Ну что, лук стал золотистого цвета, он готов. Выключаем. И теперь берем тонким слоем по всей рыбе, раскладываем лук. Ну теперь берем, сверху присыпаем все это тертым сыром. Я уже нагрел духовку до 200 градусов. Отправляем нашу сковородку с рыбой туда минут на 15, на 10. Прошло минут 5-7, сыр потек, блюдо готово. Сейчас уже можно его вынимать и подавать на стол. Но кто любит на сыре румяную корочку, то можно подержать еще немного. Ну что, наш судак полностью готов. Подержал я его в духовке минут 10, сыр уже красивый. Сейчас уже можно начинать кушать, это очень вкусно. Ну вот так все вкусно получилось. Красиво, ароматно.
сытно. Таким блюдом можно накормить сразу несколько человек. Ну и вот так это выглядит внутри. Вот такая красота. Сырочек, картошечка, лук сочный, который пропитал рыбу. И вот она, рыбка. Это очень вкусно.